Как меня видно и слышно? Должен сделать мейкап. Сейчас сделаю музыку потише. Как вам свет мой сегодняшний? Свет, у меня лампа монохромная, то есть у нее огромный цветовой круг, я могу включить любой цвет. Ты очень розовая. Ну ничего, я люблю розовый, поэтому это неплохо. Так, начинаем делать макияж. Берем подложку светлую, она такого бежевого цвета. Наношу на руку. Затем беру кисть плоскую и наношу на подвижные века. Она будет практически невидима. Затем беру пушистую кисть и растушевываю. Не, не хочу обычно все делать. Мне сегодня этот по кайфу. Не видно чего вам. Меня же видно. Если тут кто-то есть с претензиями, пожалуйста, прошу, покиньте мой эфир, не портите никому настроение своими претензиями. А подложку это особо не должно быть видно, потому что она телесного цвета. Глаза болят, когда смотрите. Сейчас поменяю тогда. Такие все злобные, кто-то пишет, реально. Так не лучше? Подложка для того, чтобы тени не осыпались. И чтобы с ними все было нормально. О! Сейчас. Мне тоже нравится свет, я не знаю, что все там не нравится. О, какой голубенький, как прикольно. А так вам видно? Кислота. О, розовый. Так нормально? Как вырубить свет, тогда будет темно, вообще ничего не увидите.
Почему просто свет не могу включить? Потому что... Так, сейчас. У меня на лампе здесь штучки. Вот именно красилась бы уже, что-то вы тут раскапризничались. Не могу я, короче, уже белый сделать цвет. Надо настраивать лампу. Как-то я включила, не знаю. Сейчас. Почти настроена. Интересно вам смотреть. Когда марафон, вот скоро, заходите на страницу марафона и читайте все подробности. Совсем-совсем скоро. Да, я настраиваю свет. Все видно, хватит. Все нормально. У меня уже подложка из-за вас высохла. Наносим еще раз. Я вам потом покажу нормальную сту. Наношу еще раз на центр подложку. Это худо. Кстати. Опять растушевываю край. Сбоку на щеке у меня микродермал. Это прокол. Так, теперь я беру, наношу эту же подложку, подложку под глаз, потому что снизу мы тоже делаем тень. Тоже растушевываем. Подложка нужна для того, чтобы тень не осыпалась, не скатывалась, чтобы она была более насыщенной. Нет, это не подложка, это вообще матовая помада. Но визажисты называют именно так. Шарики, сердечко подаришь мне? Конечно, приезжайте все, кому не лень, забирайте мои шарики. Они же мне не нужны, конечно, вы чего. Так. Затем я беру палетку Anastasia. Сегодня у меня такой дневной, легенький макияж. Наношу розовую тень на подложку. Светлую. И на начало глазика. А на уголочек уже тень потемнее буду класть, тоже коричнево-розовенькую такую, вот сюда. Здесь у нас самый темный должен быть оттенок всегда, и снизу, вот именно вот этот уголочек должен быть самым темным. Делаю складочку, тень потемнее, для того, чтобы у нас был рельеф. Тушуем мы сюда в бок, не наверх, именно в бок, легкими движениями. То, что
сюда на секунду уберу сейчас. На самом деле мне не очень удобно с таким цветом, но я не могу его переделать. Да, я пользуюсь мицеллярной водой. Я снимаю макияж сначала мицелляркой, затем умываюсь. Потом наношу тоник. Все, пошли дышать в бок. Я сейчас попробую свет переделать. Отлично уже получается такой легенький макияж. Брови я рисую карандашом. Сегодня я сделала карандашом, обычно помадка от MAC, карандаш, а помадка у меня Фейзе. Я вам сейчас покажу, мы будем ей делать стрелки. Этот цвет переделать. Сейчас, 5 секунд, подождите. Не получается, ребят, извините. Попробуем без лампы. О, нормально так, лучше. Вот так лучше. Все отлично. Вот здесь я положила тень. Темнее. Я думала, будет темно очень в комнате. И сейчас вот сюда вот положу совсем темный цвет. Я сейчас провожу этот эфир не для ответов на вопросы, а для того, чтобы показать вам макияж сегодняшний. Что очень многим это интересно. Вот видите, затемнело уголочек. И здесь также затемнил сверху и снизу. Так, теперь мы делаем с вами хайлайтером, выйдем в кожу. Я купила новые хайлайтеры Huda. Очень крутые. Кисточки у меня из разных брендов. Это, например, у меня Манли. Это у меня Зоева. Вот, я беру вот такой вот розово-золотой оттеночек. Им делаю под бровью блик. Видите, да, как блестит? Очень аккуратно тушую вот край тени, чтобы не было резкого перехода. И вначале тоже делаю блик. Уголочек глаза подсвечиваем. И по всему контуру вот так вот аккуратненько делаем, чтобы переход был плавный. Ребят, кто будет писать бред, я буду просто сразу блокировать. Поэтому... Вы рискуете очень сильно. Я хочу вам выглядеть полезнее. Вывели сразу. Потом я еще сделаю контуринг. Теперь я хочу сделать стрелочку растушеванную. Я беру для этого помадку Пейзе коричневого цвета. Хороший консилер. Вот я недавно выкладывала в сторис. Я взяла Dior. Вот такого цвета у меня помадка. Я беру на тоненькую вот такую срезанную кисточку. Набираю. И снизу вывожу стрелочку. И стрелочку. Также помадкой можно сделать просто вот такую стрелочку и сверху положить цвет любой. И на второй глаз сделаем то же самое. Да, я сижу в ВК, у меня как раз таки на ноутбуке сейчас включена музыка. Я сделала стрелочку, видите, да? Легенькую такую. Еле заметную. И здесь тоже. Сейчас я попробую наполнить тенью. Да, ее не видно. И она очень легкая. Светло-коричневого цвета. Так ее видно, вот, если в зеркало смотреть. Угу. Ее видно. Так, делаем дальше. Как парень, говорю, ты не очень что-то. Выходи отсюда, парень. Я не для вас, не для парней делаю это. Я делаю для тех, кто интересуется макияжем. Так что все лишние, все говнари, кыш отсюда, брысь. Так. И сейчас возьму другую палеточку. Вот такую шоколадку.
Да, я ходила на курсы макияжа, я с вами делюсь этим бесплатно, а вы тут еще недовольные сидите. Я просто в шоке с вас. Просто у меня сейчас вы бесите, я вообще больше этого делать не буду. Так, я наполняю стрелочку вот таким вот коричневым цветом. Ну, таким бронзовым больше. Можно сделать хоть зеленого цвета, любого, вот что есть в палетке. Можете ее набить такими цветами, и она будет яркая у вас. Но я хочу ее сделать, чтобы она просто была совсем еле заметной. Просто чтобы удлиняла глазик. Что-то у меня музыка вырубилась. Да, на косметику я на самом деле трачу много. Так, хочу, знаете чего, добавить розового цвета. Сейчас это немного растушую. Я делаю, не знаю, насколько хватает сил, настолько делаю вакуум. Так, вот сюда положу розовую тень. Как прикольно отсвечивает. И под глаз тоже положу розовый чуть-чуть. Ой, вы бы видели, как это в зеркало смотрится, очень клево. Но на макияж очень мало времени на самом деле уходит, я его могу очень быстро сделать. Палетка очень прикольная. Цвет розовый обалденный. Ну, знаете, вы же можете покупать недорогую косметику. Вы можете не использовать, например, такие бренды, которые использую я. Это более для профессиональных визажистов. Я вообще хотела просто работать визажистом, поэтому я набрала очень много вот такой косметики. Но пока что-то не особо. Вот. Теперь я хочу еще положить блесточки. Я сегодня вот такие вот нашла блестки от NYX. В Останкино я пока не хожу. Я начинала туда ходить, но потом я решила, что я еще посмотрю другие школы. И вот эти блесточки я положу на начало глаза. Сейчас я нанесу еще подложку, чтобы они хорошенько у меня прилипли. Так, где подложка? Сейчас, минуту. Подложку. Возьму еще немного. Положу сюда, чтобы блестки классно приклеились. А то так они у вас осыпятся. Вот и все, подложку и сделала. Сейчас будут блестки, мои любимые. Блесточки, блесточки, музыка, включись. Так, сейчас я разблокирую Mac. О, все. Возьму сейчас зеркало, чтобы аккуратно положить их. Лучше это делать пальцем, на самом деле, потому что все осыпается.
И успевайте это делать, пока не высохла ваша подложка. У меня она уже подсохла, и они прилипаются не очень так. Но есть. Я вам потом покажу, когда сейчас я почищу это все. Да, тут качество вообще сжирает макияж. Он на самом деле очень клево смотрится. Так, сейчас я подведу. Я крашусь долго, потому что я вам все объясняю. Так я намного быстрее делаю мейк. Еще мне нереально жарко. Смотрите, у меня вот такая штука. У меня лежат все мои кисти и карандашики. Еще вот в этой штуке я парюсь это все искать. Так, вот у меня черный карандаш, и у меня Sephora. Подводим внутренний каял верхний. Прикольно смотрит 500 человек. Очень многие любят макияж. Все, теперь я беру тушь. Это у меня Vivienne Sablon. Наносим тушь и глазик сразу преображается. Видите, так, как он становится прикольный. Вообще непонятно, зачем мужики смотрят. Делать нечего. Ну, может, это скрытый гомосексуалист, и иногда он встает и красится перед зеркалом, берет из своей мамки косметику. Латентный гей. Потому что девушка нравится. Ну тогда вы смотрите молча, окей? Не пишите эти всякие гневные комментарии свои от своей плохой жизни. Обязательно прокрашиваем нижние реснички, когда глазик становится такой открытый. Это Vivienne Sablon тушь. Она очень бюджетная, но прям крутая, я ей давно крашусь. Я вам потом еще покажу классную тушь, тоже недорогую, но прикольненькую. Я вам уже показывала как-то в прямом эфире. Так, сейчас я сделаю... хайлайтер. Сейчас запудрю лицо. Как удается накраситься и не замазать глаза? Не знаю, я уже приноровилась. Я не крашу очень близко к корню ресницы. Потому что это реально высока вероятность замазаться. Я припудриваюсь минеральной пудрой, прозрачной. Никогда не использую цветную, мне она не нравится. Но сразу видно, что пудра на лице. Отекшая, наверное, может, воды напилась на ночь, может быть. В духоте спала, не знаю, много может быть причин. Соленого поела на ночь чего-то. Или сладкого. Я вчера мороженое, кстати, съела на ночь. Может быть, я замороженное.
Так, сейчас сделаю хайлайтер. Мой любимый, он такой крутой. Пудра у меня Sephora. Но я недавно нашла прикольную от, сейчас скажу вам, от Too Faced с персиком, рассыпчатая минеральная пудра. Она такая классная. Зайдите, посмотрите в Sephora. Так, сегодня я хочу тоже вот этот хайлайтер Zanzibar. Розовенький. Вот он. Блин, плохо видно. Вообще все оттенки жрают на Instagram. Смотрите, как клёво ложится. И также чуть-чуть оттушуем от глаза. Тоже хайлайтер сюда несем. На скулку. На носик. Обязательно. Мне очень нравится подсвеченный носик. И над губой. Если вы, кстати, делаете хайлайтером на верхнюю губу, не забывайте про нижнюю. Тогда вы добавите объемчика. Видите, да? Kiss Just Done. Очень тоже крутые кисти. Мне очень нравится, что они деревянные. Смотрится так дорого, натурально, красиво. И иногда на бровкой делаю хайлайтер. Я люблю подсветить лицо. Но, кстати, у телеведущих, знаете, чем макияж отличается от обычного? Им нельзя использовать хайлайтер, потому что, когда они в студии, лицо очень отсвечивает, появляются блики, а им нужен прямо такой матовый макияж. Я же хочу все-таки на теле попасть. Интересуюсь всем. Так, и сейчас я еще нанесу блеск. Вот такой вот розовенький. Это у нас Эвелин. Сережа, Настя, Самсон, привет. От кого? Нет, микродермал не мешает делать макияж. Очень прикольный блеск. Все. Тон блеска. Сейчас я вам скажу. 598. Не помню, где я попала уже. Ну, в каком-то, как обычно, косметическом. Сейчас еще мы сделаем скулы. Потому что все мне говорят, что у меня толстые щеки. Будем исправлять. Возьму бронзер